В столице Колымы стартовала 4-дневная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. 1 июля оплатят как выходной день. Магаданцы, которые будут работать в предстоящую среду, получат двойную оплату. Для тех, кто будет отдыхать, оплата труда за июль не будет снижена. Отказ оплатить выходной в день общероссийского голосования станет нарушением закона со стороны работодателя. Такие действия можно будет оспорить и взыскать не только то, что положено, но и моральный ущерб.